Творческий вечер «Песни нашего двора», который в ноябрьске уже стал традиционным, вновь собрал своих гостей в городском дворце культуры и кино «Русь». Напомню, чтобы попасть на праздник, надо немного хорошее настроение, любовь к музыке и желание петь. Такие музыкальные посиделки проводятся часто и каждый раз, отмечают его участники, желающих продемонстрировать свой талант становится все больше. Всех исполнителей, и неважно, впервые человек вышел на сцену или нет, исполнил он бардовскую песню или народную, встречают бурными аплодисментами, как настоящую звезду. И это не может не радовать.